Строительство газопровода в селе Дмитровский Погост в Шатурском районе вышло на финишную прямую. Его протяженность 10,5 километров. Работы ведутся в рамках областной программы «Наше Подмосковье». С вводом его в эксплуатацию голубое топливо придет в дома и квартиры почти 2500 жителей. Сейчас сельчане пользуются сжиженным и привозным газом. Сегодня генеральный директор ГУП МО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков проинспектировал строительство. Планируется, что газ подключат в октябре. В селе уже начали инструктаж среди жителей, как подсоединиться к газовым сетям. 60 объектов газового хозяйства будет в этом году построено. Из них уже 27 уже построено. 35 находятся в процессе строительства. Остальные допроектируются и тоже приступаем к стройке. В Шатурском районе до 2017 года будет проложен газопровод общей протяженностью почти 90 километров. С вводом в эксплуатацию этих сетей удастся газифицировать 31 населенный пункт. Это 20 тысяч жителей.